В областном центре прошла традиционная по субботам продовольственная ярмарка СПК «Байконер». На ярмарку на площади Тагзым СПК привезла по доступным ценам 20 тонн социально значимых продуктов. Так, картофель был предложен по 125 тенге, лук и капуста по 90, морковь по 130, литр подсолнечного масла под 665. Высокий спрос был на картофель. По словам специалистов, в фонде имеется достаточный запас данного продукта. Помимо социально значимых продуктов питания, на ярмарке также были представлены колбасные изделия, мед от наших партнеров. К организации ярмарки активно привлекаются местные товаропроизводители для удовлетворения спроса населения. Ими также предложены хозтовары и хозяйственное мыло. Главное условие для желающих принять участие в наших ярмарках – снижение цен на свои товары на 10-15% ниже рыночных.